Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский. Очередная распаковка посылочек на моем канале. То есть, как вы знаете, заказывал я некоторое количество смартфонов на сайте jd.com. И вот Lenovo K3 Lemon, по-моему, он так называется. То есть, лимончик к нам пришел. Посылка дошла за буквально тоже 5-6 дней до днищенской моей читы. Была выслана из Гонконга. И привезли мне ее на дом, то есть курьеры из ПСР. В этом плане все хорошо. Что по самому телефону? Телефончик у нас на Snapdragon 400 или 410, если я не ошибаюсь. То есть там бюджетный телефон с 4G LTE на две симки, на все дела. Видим, стандартная упаковка от JD.com, простая коробка. И телефон замотанный в пупырку. То есть смотрим по телефону. Телефон замотанный в полиэтилен и не вскрывался, не проверялся. Я опять-таки повторюсь, что это не особо всегда хорошо, как бы там вам ни казалось. Ладно, смотрим. Android 5.0. Что, фокус, приди. 1 гигабайт оперативы, 16 гигабайт накопитель, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 2300 мАч батарейка, Android KitKat, не знаю насчет наличия лолипопа. FDD LTE, то есть наши частоты должны поддерживаться. Ну и вот, Snapdragon 410, 1,2 ГГц. Значит, 4-ядерный 64-битный процессор. По поводу K3, вообще линейки. K3 линейка просто отличная, шикарная линейка смартфонов. Сейчас, может быть, K4 подойдет. Данный смартфон стоит около сотни долларов на текущий момент. Ссылочки я оставлю на различные магазины, где вы его можете взять, поскольку JD я крайне не советую. Смотрим. Хоп. Вот такая коробка. Телефоны K3, они достаточно такие яркие, позиционируются как молодежные. Вот так вот он выглядит. 5-дюймовый. Пленочка здесь наклеена. Все дела. Стекло. Gorilla Glass. Давайте посмотрим, что у нас по комплектации. Бумажки, как обычно, зарядное устройство вот это вот всем они пихают, Youbao, насколько оно идет. Это не родное зарядное устройство, Lenovo, я так и не понял, как они это сделали, поскольку у Lenovo свой зарядный блок. 5 вольт, 1 ампер, достаточно таки мало, я бы взял 2-амперник. Батарейка у нас здесь лежит, то ли февральская, то ли майская, ну достаточно таки свеженькая. Весомая, плоская, как обычно все у Lenovo, качественно. Достанем сразу ее отсюда. 2300 мАч, 874 Вт-час. И кабель microUSB, USB, вот в таком вот пакете. Я не знаю, как они это делают, но почему-то здесь не стандартные пакеты. Вот стандартный пакет Lenovo, а здесь какой-то вообще на zip-пакетике. Крышка съемная, желтая. Такая же, как у старшего брата K3 Note. Но K3 Note стоит в два раза дороже, простите меня. Две прорези. А здесь что, стереодинамики? Да ладно. То есть телефон позиционируется как музыкальный, но я не знал о том, что у него два динамика сзади. Два слота под микросим-карточки и слот под SD-карточку. Здесь у нас камера. Камера на сколько? На 8 мегапикселей, если я не ошибаюсь. В общем, давайте включим, да посмотрим. По поводу обзоров на телефон, скорее всего, он не будет, потому что мне его сегодня нужно уже отдавать, так что мы сейчас с вами сделаем длинную распаковку и быстро пробежимся по всему, что увидим. То есть прогоним Antutu, раздалась вибрация, телефон загружается. Вспышка здесь не сдвоенная, обычная светодиодная, микрофон. Сверху microUSB, 3,5-мм гнездо для подключения гарнитур наушников. Снизу еще один микрофон, значит, возможно, звук в видео пишет стерео. На левой грани ничего нет. Так, Lenovo. Загружается. Нет сим-карты. Окей. Смотрим языки. Языки. Много языков. Но нам-то самое главное, что есть русский и украинский. Значит, отлично. Можно смело заказывать. Далее. Скажу, что углы обзора у экрана приятные. Он не выцветает. Отлично все у него. По детализации скажу, что плотность пикселей более чем, хотя здесь HD разрешение, но на 5 дюймов оно смотрится достаточно-таки неплохо.
То есть какие-то расширенные программы участия, какие-то другие программы. Start using new device. Отлично. Да, меня видно в отражении пленки. Смотрим, здесь всякая фигня. Max Audio. Что такое? Ага, вот, прикольно. Шторка сделана, фонарик. Мне нравится, что у Lenovo фонарик вынесен в шторку сразу изначально. Такой интерфейс. Стандартный лаунчер леновский, кстати, полностью русский. Давайте посмотрим settings. На телефоне? Прошивка от 15 апреля 2015 года. Android KitKat. Говорит, что это последняя прошивка. Снимаю на Note 4, кстати, сейчас, на данный момент. Давайте посмотрим по мусору, что у нас здесь есть из мусора. Ну, мусора достаточно-таки немного. CleanMaster и DC Share. Погода Lenovo можно отключить. CleanMaster можно тоже отключить, но на него, по-моему, забит здесь диспетчер задач. Да, то есть, видите, доступно 309, точнее, занято 309 мегабайт из гигабайта, что достаточно-таки неплохо. Едем дальше. DC Share. Да, можно спокойно отключить приложение, и ничего страшного не случится. Предустановлен Google Play Market, что тоже не может не радовать. Что здесь еще? Компас. Давайте посмотрим, есть ли здесь реально компас. Да, в телефоне 100% присутствует магнитный датчик, поскольку, ну, видимо, его нужно калибровать еще. Видите? Как калибровать компас? Сейчас мы его закалибруем. Я здесь проведу восьмерку. Так, телефон провибрировал, и все, говорит, что компас откалиброван. Видите? 100% есть здесь магнитный датчик. Это не может не радовать. Значит, с навигацией здесь тоже проблем нет. Телефон. Русских букв в номера набирателя нет, но зато нету всякого мусора, типа желтых страниц, типа китайские номера такси и все такое. Давайте посмотрим на камеру. Так, нет, спасибо. Есть HDR. Сейчас откроем настройки. Настройки. Запись видео почему-то не Full HD, только HD 720p. Я не знаю, почему это. Есть электронная стабилизация. Фото 16 на 9, 4 к 3. Качество супер fine, fine, normal, то есть недопереведенное, конечно, место. Ну давайте сфотаем, не знаю что, возьмем вот мелкий текст этот китайский. Да кто там, мать вашу? Игорь, дневник день за днем, теперь ты засветился в моем видео. Чтобы запись видео, есть ли автофокус? Да, во время записи видео есть автофокус, чем не могут похвастаться Wiley Fox и Xiaomi Redmi 2A и Redmi 2. Тестирование камеры телефона Lenovo K3. На яркий свет, на телефон, фокусировка. Все отлично. Повторное тестирование видеокамеры Lenovo K3, поскольку я забыл снять пленочку. Макро. Отдаленные объекты. По-моему, более чем неплохо на телефоне такой ценовой категории. Фронтальная камера с распознанием лица. Сделаем фоточку. Отлично. Вообще потрясающе. И тестовое видео. Запись видео на фронтальную камеру Lenovo K3 Note. Как меня видно, как меня слышно. По-моему, очень неплохо на экране. Все выглядит просто шикарно. Смотрите, видео медленно сохраняется. Не знаю, в чем проблема. Но, по крайней мере, оно сохраняется. Что такое Max Audio? Давайте посмотрим. Я его где-то здесь видел. Max Audio. То есть набор предустановок для звука. То есть кино, музыка, игры и речь, насколько я понимаю. Очень подробный эквалайзер. Lenovo Music очень хороший, кстати, сервис. В нем есть радио, в нем есть интернет-трансляции и все такое. Здесь, конечно, по-китайски, но это не критично, поскольку в нем есть английский язык. Это самое главное.
Видите, встряхивание для переключения композиций, пауза при отключении наушников. Музыка. Включаем. Слушаем. Максимальная громкость. Чуваки, ну, звук достаточно таки неплохой, и это реально стерео. То есть я закрываю, и мне под палец долбит. Что с этой стороны, что с этой. Давайте попробуем предустановку попробовать Max Audio. Включим фильм. Включим музыку. Игры. Честно, звук хороший, но вот этого Max Audio я не чувствую. Видимо, оно предназначено для наушников. Давайте установим Antutu и посмотрим, сколько выдаст он нам попугайчиков, и запустим сразу же Geekbench. Итак, скажу, что установка приложений достаточно таки интересная. Они одновременно устанавливаются, сканируются встроенным антивирусом. Он говорит, какие у них запросы. Можно сразу же отклонить эти запросы, то есть не давать Antutu, например, пользоваться камерой или GPS-ом. И плюс вот в конце есть галочка, то есть когда вы скачиваете приложение, допустим, с компьютера и устанавливаете его, можно автоматически его удалить потом с карты памяти. То есть вы установили, хоп, и оно стирается. И сверху у нас вылезает, что типа защита в реальном времени, Antutu безопасен. Ну давайте начнем с Geekbench, поскольку это самый актуальный для меня тест, самый простой. Посмотрим, что же нам скажет наш Lenovo K3 лимончик. Я думаю, что результаты будут приблизительно равны тому же Wiley Fox Swift, поскольку начинка у аппаратов одинаковая, за исключением того, что в Wiley Fox немножечко больше оперативы, ну как немножечко, в два раза больше оперативы, и с учетом того, что там стоит Cyanogen мод Lollipop, а здесь у нас KitKat. Ну, результаты более чем ожидаемые, 482 балла по одноядерной производительности и 1433 балла по многоядерной производительности. То есть приблизительно наш смартфон находится на уровне LG Nexus 4 и Sony Xperia Z первого поколения. То есть приблизительно как-то так. Достаточно таки неплохие показатели для бюджетного телефона. Теперь откроем Antutu, пробежимся по информации, она покажет нам, какие датчики здесь установлены и все такое. Lenovo K3 444. А здесь вот небольшой прикол, да? Android 5 нету, но процессор стоит 64-битный, Qualcomm 410. Adreno 306 видеоускоритель, камера 8 мегапикселей. Встроенная память показывает 12 гигов. Ну, в общем, 12 гигов здесь доступно, я подключал к компьютеру, посмотрел. 64 бита, вот о чем и говорилось. 4 ядра частотой до 1200 МГц. Едем дальше. OpenGLASS 3.0 и вот такой же как был на Wiley Fox Swift, я так и не понял, что здесь. 5 дюймов, 720p, фронталка 2 мегапикселя. Написано, что поддерживает 1080p, но я не увидел. И написано Exmor RS. Exmor RS это соневская матрица, если кто не знает. GPS от GPS, Wi-Fi ABGN, достаточно таки неплохо. Bluetooth 4.1 даже. Датчики. Ориентация, акселерометр, датчик освещения, электронный компас, даже гироскоп есть. Давления нету и температур нет. А так полный набор датчиков. Ну и давайте прогоним Antutu, посмотрим, что она нам выдаст. Хотя я даже предположу, что скорее всего она выдаст то же самое, что и Wiley Fox. Либо он его не пройдет, либо он его пройдет, но результаты будут около 27 тысяч, я вангую. Я даже немножечко не угадал, я дал ему больше баллов. Новый Antutu говорит, что 19706. Но я думаю, что на Antutu прошлой версии было бы именно около 28. Мне почему-то так кажется. Смотрим. 3D пишет, что вообще не поддерживаемо, хотя я установил этот плагин. Давайте попробуем его отдельно запустить. Посмотрим, что он нам скажет.
Просто AnTuTu, вот эта вот последняя версия, она очень глючная, они разбили ее на несколько файлов, то есть сам тест AnTuTu плюс еще докачивает 3D-модуль. Ну, слышите, подлагивания присутствуют. А по поводу производительности скажу, что картинка идет плавнее, чем на Wiley Foxy и на Xiaomi Redmi 2. Так что, в принципе, с нетребовательными игрушками телефон более чем справится, но для требовательных он не предназначен. В общем, не будем насиловать телефон. 503 мегабайта у нас доступно. Ну что сказать по телефончику? Шустрый, в принципе, интерфейс-то работает нормально. Приятный, небольшой. Существует два цвета, я взял желтый, поскольку он наиболее красочный, интересный и красивый. Есть еще белый. Ну и на этом все. Неплохая камера. В остальном вполне себе сбалансированный недорогой телефон, поскольку с текущим курсом валют, зайдя в магазин, вы там сможете купить разве что какой-нибудь Nokia Express Music на Symbian. Ну это так, толстый троллинг. С вами был Александр Мардынский и такая распаковка, обзор. Не знаю, пишите в комментариях, понравилось ли вам. Может быть, мы не будем снимать распаковку и обзор отдельно, а будем снимать все в одном видео, вот так вот быстренько. Укладываться в полчасика. Что ж, ссылочки все будут в описании. Ссылочки будут на разные магазины. С вами был Александр Мардынский или Lenovo K3 Note. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Instagram. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.